все правильно сказал Геннадий Андреевич. Но кто послушает, ему жить-то не захочется. Бюджет плохой, цена плохая, все уезжают. Поэтому мы не должны навевать пессимистические настроения у граждан. Мы высшая власть в стране. Они безработные, у кого маленькая зарплата, и больные смотрят, что там в Москве делают их представители. Поэтому правильно все говорите, но, может быть, это не облекать в такие уже слова, когда эфира нет прямого, но все-таки в интернет-то выйдет, и скажут, ну что, вот конец года, все плохо. Ну, мы поддержим бюджет, и мы положительно оцениваем работу всего бюджетного комитета, представителей всех фракций. Упорно работали, добавили, куда можно было добавить. И личный вклад председателя комитета Андрея Михайловича Макарова, это неоспоримо, высочайшая квалификация. Я здесь часто хвалил Леонида Эдуардовича Слуцкого по линии международных вещей. Но я также объективно отношусь к председателю от другой партии. Мы оцениваем профессиональные качества, как и добрые слова можем сказать в адрес Антона Германовича Силуанова. Он лучше, чем до него были министры финансов. Но ведь он тоже, наверное, повязан какими-то красными линиями, за которые ему тяжело переходить. Поэтому в этом смысле часть работы выполнена. Молодцы все члены бюджетного комитета, председатель его Андрей Михайлович Макаров и наш министр Антон Германович Силуанов. А по каким-то направлениям, конечно, есть что критические замечания. Вот смотрите, Владимирская область. Продолжают очернять губернатора Сипягина. Вчера по РЕН-ТВ показывают, что в городе Струнино больница разорена. Она стоит как конфетка. Давно все отремонтировано. Ну когда вы прекратите клеветать на собственную страну? Вы, Единая Россия, ваши два депутата, одномандатника. Ну нормально все с больницей. Нет, вытаскивают старые кадры, еще при Орловой снятые. Вот какой плохой губернатор. Что вы делаете? Все показатели улучшились за два года по Владимирской области. Назовите хоть один показатель, там, где специалисты вывели все цифры. Два года назад и сейчас. Так остановите, Сергей Иванович, и, так сказать, руководство вашей партии. Ну, есть недостатки у всех партий, у всех людей. Но зачем клеветать, зачем чернуха? Вам что, Белоруссия нужна в 2021 году? Мы не хотим Белоруссии, вы ее провоцируете. Как и Хабаровск. Вы не можете суд провести в Хабаровске, успокоить жителей Хабаровского края. Ну, кто мешает? Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору. Обнаружена болезнь легких, а он в камере сидит. Для всех преступников есть тюремные больницы, городские больницы. За границу увезут. Навального, мерзавца, вы вывозите за границу, который портит нам всю жизнь. А губернатор Фургал, которого любит весь Хабаровский край, вы из тюремной камеры не выпускаете, чтобы он там умер. Вы этого ждете. Тогда восстанет весь Хабаровский край и весь Дальний Восток. Это вот дикость какая-то. При царе было больше порядка. При царе депутаты могли посетить любую тюрьму, любую камеру. Тоже все как бы не мелочи для нас с вами. Поэтому мы сегодня бюджет утверждаем с вами. Но проблемы есть. И голос оппозиции должен звучать, в том числе... Прав, Геннадий Андреевич, Госсовет. Чего вы боитесь, что на Госсовете, мы же не говорим фамилии указать, укажите, что лидеры парламентских фракций обязательно участвуют в работе Госсовета. Нет, ненависть. Царь ненавидел парламент, Государственную Думу, и последнюю разогнал, четвертую. И Верховный Совет СССР разогнали незаконно. И Верховный Совет РСФСР расстреляли. То что за страна? Перед всем миром расстреливаем парламенты. Гитлер этого не сделал. Подослал сумасшедшего голландца поджечь Рейхстаг, поджечь. А это из танков, и москвичи мороженое кушают, семечки. Как красиво расстреливают собственный парламент. Вот это вот проблема. И никто не наказан. Этот начальник этой роты, командир, майор какой-то уже, он там получил звание. Потом он погиб. И трем участникам, значит, события ГКЧП присвоили звание Герои Советского Союза. Слушайте, это герои на войне получали? А это полупьяные остановили БТР и пытались водителя вытащить из этого. Что вы делаете? Скользко, дождь поскользнулся, упал, попал под БТР. Герой Советского Союза. На площади хоронят. Вот здесь манеж
впервые все хоронят. Кого хороните? Это же дикость. Кого вы сделали героями Советского Союза? Это все вот наша история. На будущий год будем отмечать 30-летие. Я почему об этом говорю? Ну что, раздается информация. В обществе растут тревожные настроения. Вот от этого и растут. Это вы делаете, правящая партия. Во Владимире растут, в Хабаровске растут, по всей стране растут. Так не вы их не подогреваете, эти тревожные настроения. Дагестан, Южно-Сухокумск, город маленький, на карте найдете. Выигрывает ЛДПР, 8 депутатов. Остальных меньшинство. Единая Россия, 3 коммунисты, еще кто-то. Значит, большинство выбирает председателем городской думы ЛДПР. Не дают помещения, не признают выборы. Ты смотри, дагестанский Трамп, дагестанский Байден. Оказывается, там от ЛДПР Байден победил, а дагестанский Трамп не признает. Город Абдулаев, мэр города. Все занимаются. Генеральная прокуратура, ФСБ, администрация. Вся страна занимается. Маленький город. Да, отправьте в отставку этого Абдулаева, мэр города. Помещения не дают. Представляете, депутаты не могут собраться. На улице стоит большинство городской думы. Будет хорошее настроение у людей? Нет, конечно. Ну, прошли выборы, у вас большинство. Чего вам этот Южно-Сухокумск, я даже не могу найти его. Где он? Я знаю Махачкала, Дербент. Где этот маленький город? Сельское поселение, да? И нельзя побеждать. Ну, слушайте, давайте честными будем. Если оппозиционные партии не могут побеждать, так и скажите. Ребята, играем в выборы. Вы участвуете в выборах, но вы не побеждаете. Вот команда «Зенит» и «Спартак». «Спартаку» говорим, ребята, выходим на поле, играйте, по сути, но выигрывает «Зенит». Они забьют 1-2 гола. Будет такой клуб существовать? Болельщики пойдут на стадион? Нет. Так и вы говорите. Вы участвуете в выборах, но побеждать должна всегда «Единая Россия». Всегда губернаторы от нее. Вы сами себе копаете могилу. Вы зачем это делаете? Вы понимаете, что это всем тяжело. Мы же с вами вот трагедию пережили. Действительно, хорошее образование, хорошая армия. Средний класс был. Нормальные инженеры, врачи, учителя, все. Пусть зарплата не очень высокая. Но все же это поломали. Мы не просили этого делать. В этом же опасность. В феврале 17-го все поломали. Поломали все в августе и в декабре 91-го. Зачем ломать-то? Совершенствовать давайте вместе. Но почему ничего не получается? Царь не получилось, рухнула. Советская власть рухнула. И сегодня мы с вами имеем много отрицательных показателей. Я 100 раз говорил с этой трибуны. Однопартийный режим. И вы продолжаете его, так сказать, этот режим, так сказать, оставлять. Что случится, если у оппозиции будет больше голосов, больше губернаторов, больше депутатов? Ну, значит, что случится, так сказать? Только лучше будет. Да Мень, может быть, не так бы плохо израсходовал кредит, там, 700 миллионов. В Смоленской области же нет таких случаев. Потому что там администрация многопартийная. Коммунист перестал быть, не хочет быть вице-губернатором. Вышел, видимо, из партии и остался вице-губернатором. Мы предлагаем. Но в Хакасии нам коммунисты не дали места, в Орловской области не дали. А мы даем, пожалуйста, идите работайте в Смоленске, Владимир, Хабаровск. Только многопартийная демократия. Ведь царь не успел ее ввести. Лет бы 20 пораньше бы и была бы мощная страна. Советская власть пораньше бы все сделать бы. Не заниматься гласностью, а сперва дать больше прав регионам, создать маленький частный сектор, маленький, 15-20%, не больше. Красная черта, 80% все, и заводы не трогайте, колхозы не трогайте. Сколько земли было, раздайте будущим фермерам, пожалуйста. Завалили бы нас продуктами питания и промышленной продукцией. Интернет мы сами создали, компьютеры мы создали, но мешали развить это до такого состояния, чтобы нами никто не понукал. Ну, вот такой пример. Марадона умер. Весь мир. Ох, Марадона, Диего. Пеле, великий футболист. А у русских не было хорошего футболиста? Был Эдуард Стрельцов. Что мы сделали? Хрущев в тюрьму посадил. Мне не продлевайте. Давай, порядок минут. Должен быть. Выступать столько, сколько положено. Рядовые депутаты по году не могут выступить. Пусть сегодня выступают они все. И до конца месяца
выступают. У нас следующий год – год быка, чтобы все 450 депутатов, как быки, работали бы последний 21 год. И, Вячеслав Викторович, 90% из них должны быть в следующем 8-м созыве Государственной Думы. Хорошо поработаете, хорошо и полопаете в сентябре 21 года. Кого не допустить сюда в 8-й созыв? Кто не сделает прививку? Они не хотят заботиться о своем здоровье. Как им поручить заботу о здоровье всей страны? Как поручить им? Если сами, посмотрите, все в масках сидите. Кто вас спросил? Не верят без маски, видите? Правящая партия. А вот Петр Олегович без маски. Все остальное в маске, видите? Видите? Весь мир в маске. Весь мир. Я знаю, почему вы смеетесь. Это самодержавие, потому что оно не ушло никуда. Один человек все держит. И все он решит в одном кабинете. В крайнем случае на троих. Один, два, три. Все решили. И нет страны. Поэтому пожелаю всем хорошего настроения. Мы должны работать вместе. И мы работаем вместе. Мы разные. Давайте уважать. Давайте не нападать со стороны КПРФ на ЛДПР. А мы на вас не будем нападать. И в том числе и «Справедливая Россия». Хотя она окончательно ушла в болото. Никто не знает, где эта «Справедливая Россия». За бюджет голосуем! Спасибо, Вадим Вольфович. Вы правильно сказали, мы все разные, но должны думать о стране. Чтобы не повторялось то, что было в начале 90-х, то, что было в 17-м году. Многое зависит от нас.